Бизнес-лэптоп HP Compaq 6735S выпускается в большом количестве различных конфигураций, способных удовлетворить запросы всех, кто решил сменить свое офисное настольное ПК на ноутбук. Выполненный в строгом и элегантном деловом стиле, этот полноформатный 15-дюймовый лэптоп весит около 2,5 кг и оснащен всем необходимым для продуктивной работы. Ноутбук базируется на мобильной платформе AMD Puma последнего поколения. Его базовая версия оснащается процессорами AMD Synchron и Athlon 64X2, более производительные AMD Turion 64X2. В стандартное оснащение также входит интегрированная графика ATI Mobility Radeon HD 3200 до 4 ГБ оперативной памяти, жесткий диск объемом до 320 ГБ с фирменной системой защиты от повреждений HP 3D Drive Guard, оптический привод DVD плюс-минус RV Double Layer с функцией LightScribe и адаптер беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. 15-дюймовый ЖК-экран ноутбука обладает разрешением 1280 на 800 и выпускается как в антибликовом, так и в глянцевом исполнении Bright View. На его верхней рамке размещена веб-камера. Клавиатура лэптопа снабжена дополнительным блоком навигации по странице и будет удобна при больших объемах работы с текстом. Тачпад с закругленными краями слегка утоплен в панели. Над клавиатурой размещены динамики акустической системы ноутбука, кнопки включения питания устройства и активации беспроводного интерфейса Wi-Fi. На передней панели расположены мультиформатный считыватель карт памяти и аудиоразъем. Справа находятся два порта USB, оптический привод и слот для замка Kensington. Слева – розетка модема, радиатор системы охлаждения, видеовыход VGA, разъем питания, розетка сети Ethernet, слот расширения экспресс-карт и еще пара портов USB. Вся тыльная сторона отведена под 6-элементную батарею емкостью 47 Вт-часов. Ее будет достаточно для нескольких часов автономной работы. Ноутбук HP Compaq 6735S может стать для вас отличным рабочим инструментом, который выглядит в полном соответствии с особенностями делового корпоративного стиля, отлично оснащен и всегда может справиться с любой поставленной задачей.